Коррупция не исчезнет никогда ни из России, ни из планеты в целом, потому что мир делится на людей честных и нечестных, добрых и злых. И вопрос только в том, что насколько мы сможем воспитать свое общество. Легче человека воспитать изначально правильно, чем его потом переделывать, контролировать, запирать где-то, вешать на него цепи или казнить прилюдно на площади. Поэтому тут вопрос изначально образования и, скажем так, взращивания морально облагороженного совершенно другого общества.